Всем привет, друзья, с вами Эрнесто, и я продолжаю играть на Advance RP Purple. Так, сейчас я бомжику дам 100 баксов, да, он просит 100 баксов, в принципе, мне не жалко. А, в общем-то, что хотелось бы сказать, меня разбанили, да, прошло ровно 30 дней, и меня разбанили. Так, давайте положим на банковский счет, пусть будет 1005, так, на объявление, что покидать. Я сейчас хочу сразу подать объявление о покупке домика. Так, куплю дом. Цена, договор. Продам дом у пляжа Санта-Мария. 909-027. Так, все, звоним. Дом продаешь. Дом продаешь. Сколько гос у него? Сейчас узнаем, сколько у него гос. В принципе, дом на Санта-Марии — это неплохо. Гляну инту, короче, да, сначала посмотрю на интерьер, а затем уже подумаю, покупать его или нет, и вообще в каком он месте стоит. Сейчас поедем. Так, за сколько он его там продавал? 500. Сколько? 500? 500? 500? 540. Ну ладно, тогда он сам уже признался, то что бомжатская инта, в принципе. И так, у меня 26 по счету объявление. Давайте апнем. Блин, минус 1500, офигеть. Онлайн 600 человек, в принципе. Сейчас по Москве 8 часов. Ну, 8 часов вечера. Я думаю, уж Purple совсем загнил, и онлайна тут нету. Гетто, может быть, да, там в гетто сейчас дешевые дома, в принципе. Так что вот. Кстати, на Вайнвуде, смотрите-ка, ни одного дома по госу нету. Офигеть, что-то как-то странно. Обычно очень много свободных домов стоят на Вайнвуде. Мое объявление, кстати. Подалось мое объявление. Сейчас посмотрим, кто мне напишет или нет. По идее, кто-то должен написать. Так, на ВВ продаю 800... О, кто вернулся? Да, привет тебе, Дина Капоне. Если смотришь ролик, получай свой приветик. Засветился в ролике. Так, и давайте. Квартира СФ кто-то предлагает. Альберто Корлеоне какой-то. Так, ладно. Давайте сейчас с нее, сколько у меня там денежек, посмотрим. Так, 650 тысяч. 650 тысяч. Так, все. Я снял. Сейчас давайте ближе к Вайнвуду подъедем. Так, ребятки, я забрал этого типа уже. Он был возле управления статистики. Так, и куда сейчас именно ехать, я не знаю. Надеюсь, он мне покажет. Потому что нужно сначала посмотреть интерьер все-таки. Вот дом на ВВ — это дом на ВВ, а вот интерьер — это отдельная тема. Вообще, ему тоже надо уделять как бы внимание. Так. Куда? Куда? Куда дальше-то? Нифига вообще машина не едет. Не едет машина, сука. О, все, заехала. Так, я скажу. Ну окей, походу в самой жопе, что ли, где-то. В самой жопе как-то не очень хочется. На самом-то деле. Ну ладно, сейчас посмотрим, где. Кстати, вон какой-то швагбаум там, нифига себе. Так, 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 так. Ну по госу я домов вообще не вижу, это очень странно. Стоп. Какой дом? Вот это вот говно, что ли? Ёпта, блядь. Ну ладно, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Так. Средний класс. А, все, я понял. Я понял. За 500 такой. Он скажет сейчас нет, и я пойду дальше. Смотрите. Ну и все, пошел в очко, значит. За 800к на пурпурном сервере продает дом на Вайнвуде. Ну, блядь, ну пиздец. 2x, считай. Чувак совсем, походу, экономику не знает. Ну хорошо, тогда поищем дальше. Посмотрю дом. Не, ну серьезно, ребята, это дом говно. Вот, без обид, но говно дом. Тем более, это дорого для него. Дом говно, еще и плюс дорого. Офигеть просто. Вот я бы его по госу только взял, и то не точно. Вот по госу я бы еще подумал. Я думал, где-нибудь домик, он, ну не здесь, конечно, а вот думал чуть подальше. Так, ребятки, вот я приехал смотреть этот дом. Ну, инта, короче, как у Вагас, да. Такая же бандитская инта, в общем-то, как в гетто. Так, тут нифига, их целая банда. Заскок. Госка, ну-ка, сколько еще раз посмотрю. Так, 436. 500, 500 возьму. Не хочешь 500? 520. 500. 500 и точка. Будешь за 500 продавать или нет? Не, госцена 400-306. Ну как хочешь, ты его будешь 100 лет так продавать, короче. Да, еще так гордо уехал. Ага, ага, конечно, продашь ты его за 540. Ну, ладно, смотри сам. Я тебе и так на уступку как бы пошел. Где такие дома, вот
чисто на пурпурном они покупаются по госу, ёпта, вот серьезно. Кстати, вот этот домик еще можно посмотреть. Где этот домик? Внизу, что ли? Нифига себе. Нифига себе. Ну-ка, какой у него гос? 662. Ну, не-не-не. Окей, окей, ладно, еще поищем, в принципе. Я, ребятки, придумал, короче, сейчас я заскочу в управление статистики, да, или, ой, как оно называется, риэлторское агентство, точнее, я уже что-то запутался. 5000 отдаем, пофиг. Кстати, владелец ли он Руса до сих пор, нифига себе, этот мажорчик, так. Тут тоже чуваки какие-то ловят домик, да. Так, давайте посмотрим, свободно домов 118. Так, далее. Кстати, ребятки, если хотите серию по ловле дома по госу, да, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы хотите видеть. Если вы хотите видеть то, что я назвал, то напишите это. Так, ну давайте смотрим дальше домики, какие тут есть. Так, 462, 462 тысячи, 430, 468. Так, нам нужно подешевле что-то. Нам нужно что-то подешевле. 470 и так далее. 700, 462. Ну, короче, тут самая низкая цена это 400, да, я так понял. 448. Дом 580 какой-то, я не знаю. Так, ладно. Дальше, чё, 480 тоже. Это, походу, ВВ дома все стоят, я так полагаю. Так, ладно, давайте еще раз посмотрим, какие дома есть. Так, дальше смотрим. Угу. Так, где тут видео? 330 дом. Посмотрим, что это такое. 330 Сан-Фьеро, фото. А, ну я понял. Не хочу в Сан-Фьеро дом, если честно. Так, короче, я так понял, смысла нету искать. В Лос-Анджелесе точно по госу, ну, дешевых домов нету. Они время от времени слетают, конечно, но... Не в нужное время, когда они слетают, у меня уже либо есть дом, либо нет денег. Вот такая вот херня происходит. Короче, ребятки, наверное, я все-таки возьму этот домик за 520, мы сговорились, да? Так, они опять толпой ездят. Так, какой тут? Вот этот, да, вроде дом? 520. Ну окей, 520, так 520. Да, я знаю, это дорого, скорее всего. Но пофиг, мне нужен дом, как бы, да, и мелочиться уже. Но если бы он стоял по госу, я бы его взял. А так я, считай, переплачу. 100 тысяч переплачиваю, в общем, и все. Так, что он предлагает? Нет, не дом. Давай, предлагай дом. Дом на Санта-Мария, в общем-то, возле пляжа, прям, в принципе, неплохо. Вон там даже спортзал рядом. 520 тысяч. Дом 260. Так, ну-ка, сейчас зайдем в домик, посмотрим инту еще раз, да? А, ну инту я смотрел, я забыл уже, точнее, грубо говоря, я уже забыл. Так, и он, походу, его поймал по госу, да, и продает. А, нет, 14 дней оплачено, в принципе, неплохо. Сколько оплата? 3600 в день. Так, ну что, думаю, дом улучшать, не улучшать? Ну, конечно, ребятки, в общем-то, это мой пока что домик будет, да, на первое время, скорее всего. Так, ладно, улучшить дом. Второй уровень. Домашняя аптечка. Так, ну ладно, вот пока что до аптечки докачаю. И пока мне больше, в принципе, ничего и не нужно. Пусть будет вход, да, на альт. Ну, автоматический выход и аптечка в доме. Где у нас, кстати, аптечка будет в доме, сейчас посмотрим. Так, аптечка у меня, походу, вот здесь, вот я так полагаю, да. Тут еще можно шкафчик как у банды поставить, но не знаю, потом посмотрим. Сейчас просто очень денежек мало, мне еще надо как-то с машиной разобраться. Так, с машиной нужно разобраться как-то будет. Так, и давайте сейчас просто поедем в автосалон LS и купим просто какой-нибудь кар, чтобы передвигаться. Ну, для первого времени, в общем-то. На первое время купим машинку какую-нибудь, думаю, или же Clover, или же какую-нибудь такую, ну, раритетную машину, в общем-то. Чтоб чисто так выезжать, потом разберусь, в общем-то, есть будет время подумать, что мне взять вообще, да, какую машину. У меня, в принципе, ну, грубо говоря, 500 тысяч у меня есть, так как руглим. 40 тысяч на расходы будут, тем более сейчас еще тачку куплю. 500 тысяч есть, либо Элегию, да, брать в следующей серии, либо на Султан подкопить. Тем более мне там подписчик вроде обещал денежкой помочь, там 100 тысяч, но не знаю. Посмотрим. Так, и давайте какую-нибудь машину купим сейчас. Хочу, наверное, вот эту машину, не помню, как она называется, но она на самом деле прикольная. 17 тысяч, купить. Все, я купил машину.
Так, 530 тысяч осталось, но в общем-то понял. Пойдет. Так, ну ребятки, давайте что ли наберем хотя бы 100 лайков, да, под этим роликом. Наберем 100 лайков под этим роликом, и выйдет следующая серия о покупке машины и так далее. В следующей серии уже купим машину, там, не знаю, в казино поиграем, посмотрим, в общем-то. Также пишите свои идеи в комментарии, что мне можно отснять. Прям обязательно не забудьте спуститься вниз и написать в комментарии, что мне можно отснять. Или вообще, кто остался из моих подписчиков играть на Purple, да, я знаю, что очень много человек, так что пишите, что мне отснять и сколько и вообще, кто играет на Пурпуре. Просто мне очень интересно, почитаю ваши комментарии, посмотрю, проанализирую, так сказать. Ну и, в общем-то, не забудьте подписаться на канал и также поставить лайк, как я уже и сказал. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Набираем 100 лайков, выходит следующий ролик.